Квартира с почти антикварным декором. Интерьер под стать дому. В одном из зданий бывшей усадьбы архитектора Александра Зеленко Татьяна Петрова живет с детства. Лишь один, 179-й дом на улице Самарской, где сейчас располагается отделение Регионального союза журналистов, попал в список памятников архитектуры. А дом под литерой «Б» экспертиза признала аварийным. У жителей другое мнение. У меня под окнами на фасаде бабочки. Потолки высокие, все удобства есть. В подъезде у нас 5 квартир. Всех соседей я знаю и уважаю. Это ли не элитное жилье? Обсуждать судьбу дома собрались общественники, архитекторы и жители. Как превращается житель в горожанина? Когда он начинает понимать, что от него зависит судьба квартала, от него зависит судьба территории, его собственного дома. Соответственно, он вкладывает сам в эту территорию, а не ждет, пока его переселят. Историко-культурная экспертиза не нашла оснований включать дома с литерами Б, Б1 и Б2 в реестр объектов культурного наследия. Это усадьба, это комплекс. Эти здания нельзя рассматривать отдельно. По-моему, это очевидно для любого архитектора. Я, насколько понимаю, проект планировки не утвержден, он не разработан, не закончен. Жители хотят вернуть дому статус памятника архитектуры и оспаривают заключение экспертизы об аварийности дома в суде. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, «События».